Наша очередь. За мной. А где твоя жена? Понятия не имею. На следующей неделе мы втроем поедем в горы. Мы с тобой? Нет, мы с женой и дочерью. Шестидневный маршрут? Да-да. С вас 900 евро. 900 евро? Вы берете осла? Ну да, а вы? Нет, мы не сумасшедшие. Привет, Патрик. Захотите его остановить, делайте так. Станет как вкопанный. А как заставить его идти? Иди, Патрик! Покажите ему, кто здесь главный. Вперед! Проявите характер. Ну давай, дружок, пожалуйста. Что с тобой, а? Ты будешь идти или нет, проклятая скотина? Сперва он мне ни капли не нравился. Совсем не в моем вкусе. Учительница? Да, мы Алиса! Вот это да! Невероятная встреча. Умоляю об одном. Не иди завтра вместе с нами. Отдохнем. Нас ждет трудный день. Можно мне с вами? Ну что вы, нет-нет. Я стесняюсь. Стесняться нечего. Зря я все это затеяла. Антуанетта! Важна не цель пути, а само путешествие. Патрик, стой! Ослик, любовник и я. Вы не поедите с нами? Вы не поедите с нами? Смотрите в кино.